Всем привет и добро пожаловать на канал Experience Games. С вами я, Скиф, продолжаем играть в Ядерный Трон. И я тут вспомнил, что у нас на астероиде до сих пор бэтскин не открыт. Вообще никаких корон не залочено. Нужно это исправлять. Астероид у нас стреляет с двух рук. Чуть более косоватый из-за этого, зато любое оружие в его руках становится автоматическим. Это приятно. Ну и посмотрим, что у нас получится. Для того, чтобы открыть бэтскин, нужно убить техномансера на L1. По идее, это не так, что очень сложно. На самом деле, астероид достаточно имбовый, но как-то у меня не очень получается за него. Ну, посмотрим. В принципе... что у нас получится. Так, ну вот уже и лапка нам, и болт морал. Пам-пам-пам-пам-пам-пам. Лапка хорошо, болт морал хорошо, лапка хорошо, лазер брейн хорошо. Ладно. Болт морал больше шансов, что я выживу. Лапку, надеюсь, еще дадут. Ну или лаки шот. В принципе, мне даже лаки шот сойдет и тронный зад, к примеру. Я буду не против. Можно с двумя арбалетами побегать. Но смысла в этом сейчас не очень много. Это было внезапно. По-моему, мы чего-нибудь да пропустили в таком раскладе. И это неприятно. Так, долбанный червяк. Который вырвался, конечно же, с тыла. Где же еще? И большой сундук. Блин, я переключаю оружие. Колба здоровая. Надо помнить, что я могу стрелять все-таки с обоих рук. И трипл — это хорошо. В принципе, мне точность можно и апгрейд на патроны. Тогда все вообще будет супер. Так, и... а, о! Вон оно что, да? Блин, я хотел... ну, уже не важно, что я хотел, собственно. Так, импакт. Нет, задница, да. Задница позволяет патроны регенерировать. Когда мы стреляем с одного оружия, то патроны в другой руке у нас имеют шанс... отрегениться, восстановиться. Регенерация, наверное, неправильно будет говорить про патроны. И это лучше работает, когда у нас оружие одинакового типа в руках. Но это уже как пойдет. Давайте-ка пуль. Я, в принципе, от ресайкл бы не отказался. Но нам ее, конечно, просто так не дадут. Больше здоровья тоже, в принципе, хорошая тема. Но больше здоровья нам явно не повредит. Ау. Долби вороны. Вороны достаточно опасны. Минус. И еще где-то ворона, да, летает? А, вон где. Двойной шутган. Нет, пожалуй, пока что нет. Я все-таки на ресайкл надеюсь. Но не факт, что получится что-то с ним. Ау. По-моему, он меня успел задеть, да? Неприятно. Течка.
подождем большой сундук. Я так думаю. Корону, корону. Нет, корону мы в зимнем городе возьмем. Проклятую, наверное, для начала. У нас никакая корона не разблочена на стероиде. Ну, главное еще выжить. А вот, кстати, ресайкл. Да? Еще бы точность. Чтоб этот билд заработал. Но будем так, как есть, работать. Хорошо. Сойдет. Так, машинган. И все, походу, да? Как-то не очень. Слагер. Но зато ворвались. Так, что у нас тут? Супер сплинтерган. Офигеть. Лазер миниган. Лазер миниган — это тема. Это очень даже хорошо. Так, вот эту пушку надо поменять. Кто еще жив? Кристалл. И не только. Strong Spirit мне кто-нибудь даст? Страшное лицо, либо Hammerhead. Я, пожалуй, возьму Hammerhead. Это позволит мне хоть как-то выживать. Ау. СМГ. Не то. Не то пальто. Так, ладно. Колбу с радиацией бы. Стронг спирит бы какой-нибудь. Нифига. Ладненько. Так, пустим. Шотган, бьем СМГ. Это не очень нужная штука нам на данном этапе. Блин, я же хотел корону взять. Да. Как хотел, так и перехочу, походу. Длинные руки. Гамму, конечно, можно взять. 3-5. Давайте триггера. Где ты, нигер? Воу! Да, не очень. Совсем не очень. Как-то тупо все вышло, ну и билд не очень зашел. Ладно. Попыточка. Блин, ненавижу этих червей. Нет, вообще не хорошие, конечно. Они нам дают опыт. Но ведут себя очень не очень.
Оружие было неплохое. В принципе, билд более-менее был. Просто как-то что-то... Что-то как-то просто. Да. Болт Морроу. Окей. О, золотой. Офигеть просто. Отгреб. С холма. Ау. Было бы больно. Зубы. Хаммерхед. Там. Лазербрейн. Дайте хаммерхед. Пойдет. Босс, где? Привет. Ау. Аккуратненько нужно лазить. Так, ладно. Сундук не берем. Чешем дальше. Чуток не хватило опыта. Но бывает и такое. Ау. Крокодилы, конечно, всегда напрягают, особенно бенобафнутые крокодилы. Ну ладно, жить можно. Особенно с Болт Морроу. Арбалеты все-таки офигенны в этой игре. Очень офигенны. Минус. Так, что тут ассаулт? Поп райфл. Можно джекхайм вот этот взять. Но это не то, что нужно. Так, ассаулт. Так. Вторая кожа, в принципе. То выживаемости нам не хватает явно. Ау. Да, тут ассаулт уже совсем не очень. Конечно же. Ау. Да, убить тебя. Сломать. Ненавижу эти ловушки. Блин, я опять чуть-чуть просто не хватило. Неприятно. Ау, как он в меня не попал-то. Чё, корону сразу возьмем какую-нибудь? В принципе, корон-то нету. Поэтому можно что-нибудь-то и взять. Шотган. Блин. Страшно, боюсь, вдруг что-нибудь пахнет тут. Выйдет не очень круто. Да, пожалуйста, шотган хотя бы. Strong Spirit. Окей. Жить можно.
И какую корону взять? Скорости. Ну давайте нейтрально. Проклято. С ней, в принципе, попроще будет. Ай-яй-яй. Чёрт, я хотел дальше пройти. Не задалось. Без патронов как-то не очень. Еще и не те патроны дают. Так. Нету болтов. Теперь опять есть. Ау. Да, дробовик тут совсем не идеален. Вот прям, насколько это возможно, не идеален. Суперслагер. Серьезно? Ну это явно лучше, чем шотган. Не потерял лапку какую-нибудь, а то я без патронов останусь. А вот и лапка. Ай. Еще бы как-нибудь здоровье восстанавливать. Оп. Вообще супер. Ну как-то плохо у нас все с патронами. Суперслагер их по два тратит. Ой, супер сплинтерган. Автошоткан. И учитывая, что у меня лапка, тут просто врагов, в принципе, мало было. Ладно, понадеемся на следующий. Надеюсь, тут мы добудем патронов, иначе будет плохо все у нас. И это минус. Энергетический меч. Зараза. Что возьмем? Окей. Так, корону у нас есть. Корона. Короной все в порядке. Сплинтерган. Вот патронов не очень много. Задницу бы еще. Ну или здоровье чем-то восстанавливать. Так, Lucky Shot. Триггеры, в принципе, под это оружие. Ловим босса. Поймали. Ау. Ну или он нас отчасти. Аккуратненько.
Очень аккуратненько. Что-то мне лапка не очень спасает, честно. Как-то я на больше надеялся. Воу! Так, Болт Морроу есть. Этот уровень должен быть относительно несложным. Хорошо. Что у нас тут? Так, Болт Лаунчер. Не то, что нужно. Больше опыта — это то, что нужно. И что-то я не вижу сундуков-то никаких. Давайте-ка глянем. Трипл машин. У меня, в принципе, вообще нет сундуков, офигеть. У меня-то хорошее оружие. Оно патроны мои тратит, как ненормальное. А мне нет задницы, мне нечем здоровье восстанавливать. У меня вообще море проблем. Есть, о, блин, еще один. Жесть. Это я вообще не в восторге. Оп. Минус. Так, хорошо, лапка хоть начала работать периодически. Уже плюс. Так, это еще не последний враг. Ну вот еще враг. Лайтнинг хаймер. Неплохой хаймер, да. Но не то, что нужно. Второй желудок или точность? Точность позволит мне из этих пушек нифигово так накидывать. Да, пожалуй. Так, так, так. Каре тут. Да, точность выстрела получше стала. И оно как-то повеселее. Главное теперь чем-то здоровье восстанавливать. Чем? Другой вопрос. Так, так, так. Что? Супер слайгер. Это неинтересно. Нет, это интересно, но... У меня шотган шолдерса нету, поэтому... То, что у меня есть, меня в принципе устраивает. Смартган? Нет. Ух, поехали. Главное теперь не слиться. Оружие у нас неплохое. 3, 6, 7 мутаций. Нам бы что-нибудь типа Бладласта было бы вообще оптимально. Но вряд ли так повезет. Ну? Ну и тронного зада нет, тоже минус. Я так не кисло вливаю. Супер. Это вообще не то, что нужно. Корону разлочили.
Ау. Элитарный. Окей. Опять же отдался нам очень быстро. О, а что меня в маленькую воронку унесло? Второй желудок, по крайней мере, хоть как-то. Нифига там снайперов. Все серьезно. Черт. Там вот этот с плазмой. А он шуток вообще не понимает. Шотган. Шотган хорошая штука, сикер этот. Суперфлэг. И мне вообще корону надо поменять. Сикер, шотган. Нет. То, что у меня есть, меня в принципе устраивает. Более-менее. Ужас. Тихий, мать его, ужас. Суперкросс. Золотая базука. Это немножко не то. Ау. Что хотелось бы. Ау. Плазма. Гаденыш. А, корону надо бы забрать. Так, ну для этого нам надо бы еще машинку взорвать. Погнали, сменим корону. Ультра. Первая ультра у нас из сундуков. В общем, красные сундуки улучшают, из них будут оружие одинаковых типов падать. А здесь будут патроны для всех типов в сундуках. Я даже не знаю. Ну давайте вторую. У меня, в принципе, оружие есть оптимальное, которое меня вполне себе устраивает. И где ты? Вот очень подло. Так, какая корона может зайти? На патроны. Да. И сейчас будет жесть. Ну, не такая уж и жесть. Ну, неприятно. Это да. Thank you.
Так, так, так. Нафиг. Да, пойдем. Нафиг нужно. Лезть-то напролом. А, heavy автокос. Нет. Ну окей. В принципе, меня устраивает то оружие, что у меня есть. Главное выжить с этим оружием. Это да. Ау. Ужас. Тихий ужас. Я против вот этих всех дел. Аккуратненько. Оп. Последняя. Фу. Жестко. Жестко. Но нам нужно дальше. Лапка как-то не так работает. Или это с учетом того, что у меня тронного зада нет, поэтому я как-то себя некомфортно чувствую. Фиг его знает. Ау. Гаденыш. Нет-нет, отдай. Попадет. Смотрите-ка на него. Ау. Больше патронов. Нафиг, нафиг, нафиг. Где машина? Ау. Так, Strong Spirit сбили. Совсем не круто. Как насчет еще аптечек дропнуть? Не? Плохо. Мне бы надо Strong Spirit восстановить, иначе... Иначе все на этом и закончится. О, окей. Так, где-то там. Готов, красавчик. Воу. Больше патронов. И где-то ниндзя. Да, привет.
О, сейчас у нас собака по расписанию. Погнали. Готово. Так, давайте-ка заберем. Патрончики. И вот эту машинку взорвем. Тоже может быть полезная. Так, теперь гиперкристалл. Окей. Это будет непросто. Это да. Ау. Фак. Я уже чувствую, как это непросто. Так, отхилились. Так, отлично. Фу, напряженненько. Теперь зимний город. Угу. Тут будет тоже нифига не просто. Хотя это, в принципе, девиз этой игры. Патроны. Еще патроны. Так, окей. Фу, второй город. Погнали. Со спавнами, по крайней мере, везет пока что. Но это меня и пугает. Значит, на Лил Хантере какую-нибудь фигню мне подкинут. Так обычно и бывает. Ау. Ох ты ж, сколько птичек-то. Как вовремя.
Окей. Живем. Пока что. Ага. Так, я тотемчик-то не хочу этот активировать. Зачем оно мне? Такие приключения. Все-таки вышло, да? По крайней мере, удалось его быстро хлопнуть. О, Лил Хантер, как тебя так быстро хлопнуть? В принципе, подходящее место, более-менее. Окей, я не против. Оу. Так, супер. Ау. Ау. Вообще ау-ау. Жесть какая. Так, а птичку бы я бы не отказался. Прекрасно. Ультра гранатомет. Это офигенная штука, но у меня нет вен, а значит, я спрессил. Сам же и убьюсь. Чего мне абсолютно не хочется делать. Так, мы там все патроны собрали? Собрали. Или еще не все? Суперкросс, блин. Суперкросс. Два ультрагранатомета просто. Жесть. Ну, таскать их нереально, потому что столько радиации не напасешься. И это да. Фу. Теперь нам надо техномансеров убить, и тогда откроется бэскин. Главное сейчас не сдохнуть. Как-то очень глупо. Ага, первый. Окей. Окей, живем пока что. Минты. Почему-то я уже открыл бэскин. Походу я убил техномансера слегка случайно. Фу. А. Да. Бэскин открыт. Осталось пронести корону так, чтобы выжить. И это будет нифига не просто. Ах ты же гаденыш.
попался. Так. Иди ты лесом. Дай машинка патронов. Не особо много, конечно, но... И на этом спасибо. Двойной. Двойной миниган. Крутая штука. На самом-то деле. Так, больше патронов, отлично. Так, максимум. Окей. Живем. Пока что. Нам. Так, ну хорошо. Вот и трон. По идее, все должно получиться, если не затупить. Но посмотрим, что у нас получится. В принципе, бэскин открыт уже хорошо, но на L2 дойти было бы еще лучше. Это безусловно. Ну, вставай. Да, L2. Залочили корону одну, по крайней мере. Побольше, побольше патронов. Окей, L2. Вот теперь будет жестко. Случае бэскин открыт, до L2 дошли. Неплохой забег. Да, вот он бэскин. Отлично. Ну и корону с L1 залочили. Офигенно.
Надо было корону крови открыть, ну ладно. В любом случае, мне понравился этот забег, надеюсь, он понравился и вам. На этом всем спасибо за просмотр. Не забываем подписываться на канал, ставить лайк, если вам понравилось. Опять-таки же. И всем всего хорошего. Пока-пока.